mixture. Приготовим смесь. 3 or 4 tablespoons of any odorless vegetable oil. 3 или 4 столовые ложки любого растительного масла без запаха. Tablespoon of soy vinegar. Столовую ложку соевого уксуса. A tablespoon of mustard. Столовую ложку горчицы. A tablespoon with a slide of honey. Столовую ложку с горкой меда. 3 kinds of black pepper to taste. 3 вида черного перца по вкусу. Salt to taste. I will put almost a tablespoon. Соль по вкусу. Я положу почти столовую ложку. Mix well. Хорошо перемешать. Leave for 15 minutes. Оставить на 15 минут. I have 1.5 kilograms of chicken breast. You can take less. It must be washed and dried with paper towels. У меня 1.5 килограмма куриной грудки. Вы же можете взять поменьше. Ее нужно промыть и просушить бумажными полотенцами. Add mixture. Добавляем смесь. Mix well. Хорошо перемешать. Leave to brew for 1 hour at room temperature or several hours in the refrigerator. Оставить настояться на 1 час при комнатной температуре или на несколько часов в холодильнике. Add a teaspoon of paprika and turmeric to breadcrumbs. Добавить хлебную крошку, 1 чайную ложку куркумы, 1 чайную ложку паприки. Mix well. Cook at a temperature 410 Fahrenheit is 210 degrees Celsius, 10-12 minutes. Then get turned over and cook another 10 to 12 minutes. If you don't have a gel mat, you can use cooking paper. Готовить при температуре 410 Фаренгейт, это 210 градусов Цельсия, 10-12 минут. Затем достать, перевернуть и готовить еще 10-12 минут. Если же у вас нет гелевого коврика, вы можете использовать кулинарную бумагу. So tasty. Очень вкусно. Juicy inside, crispy outside. Они хрустящие сверху, внутри они очень сочные. This is very good. Very juicy and crispy. Delish. Хрустящие. Внутри очень сочные.